Что-то странное происходит в лесу. Человек идет по полметровым сугробам и не проваливается. Глубина сугроба, короче, от дороги. Он не мокрый снег, еще не налипает. Итак, привет. Сегодня мы тестируем самодельные снегоступы модель Yeti. Короче, снег глубокий. Снег здесь, да, здесь приличный. Из полипропилена и веревочки. Они выглядят буквально из нескольких трубок и обтянуты веревкой. Глубина сугроба. Видно какая, а также видно, какая разница, когда снегоступы ступаем. Сегодня у нас первый день теста. Они немножко маловаты для такого большого человека. Надо увеличивать размер и высоту подъема носка. А так вроде, ну, ништяк. Вся эта авантюра затевалась ради вот этого нароста на дереве, который называется чага. Нашли мы старую березу, которую уже это, без веток не растет, вся в грибах. И вот сейчас топором Миша сейчас срубит. Оп, добыли эту вот фигню. Вот она, мысль, как ее сейчас вот вся грязная. Человечки живут. С причином. Испытание снегоступов. Модель номер один. Надо бочком, наверное, вверх подниматься. Такие крутые склоны. Тяжело, нет? Не, так-то вообще там не съезжают.